Австрийская компания Lindner представила новую модель, дополняющую линейку тракторов с бесступенчатой трансмиссией, приводимой в действие 136-сильным двигателем Perkins Synchro Stage 5 с рабочим объемом 3,6 литра и крутящим моментом 550 ньютон-метров. Lindtrac 130 является самым мощным трактором австрийского производителя. Трактор является продолжением модельного ряда GeoTrac. Была усовершенствована бесступенчатая трансмиссия TMT-11ZF, которая в режиме High Traction позволяет увеличить тяговое усилие до 8 килоньютонов. Грузоподъемность задней навески составляет более 5 тонн. Lindtrac 130 – первый трактор, имеющий в стандартной комплектации систему TraceLink Smart, которая автоматически распознает используемое оборудование через Bluetooth и осуществляет детальную запись выполняемой работы. Опционально для Lindtrac 130 доступно рулевое управление всех колес, пневматическая подвеска кабины, подпружиненный передний мост для версии с трансмиссией на 50 км в час в стандартной комплектации.